Turn back, Stalker. This place ain't for you. Okay. Drop that retard. Thank you.
Я тут вспомнил вас. Трое сталкеров делятся советами. Один говорит, я тебе пушку черную дам. А теперь бандиты меня за своего считают и не трогают. А я там костюм покрасил так, что сдалека на армейский бронежилет смахнул. Третий. А я надел старый рваный комбез, а на спине надпись. Я неудачник. Бронер, и моя неудача передастся тебе. Так ближе, чем на 50 метров, вообще никто не подходит. I'm listening.
Come on, man. Put that shooter away. This is our camp. You don't need it here. Hello? А чего я как-то слышал? Пересеклись как-то возле кордона сталкер и вояка. Сталкер солдату, куда чешешь? Ты чё, мужик, охренел? Это ж военная тайна. Эй, не горячись, ну не знал. А что несешь-то такое тяжелое, весь запрел? Да блин, запреешь тут. Патроны эти бронебойные на склад переть. Ничего, ничего. На малёвке взорвёмся. Не зря же я тут вон сколько метров копчу. Я и друганы мои взорвёмся. Howdy. Сталкеров на самом кордоне грабят. Отобрал хабар и тут же через 100 метров продал Сидоровичу. Нет, ты не прав. Самые ленивые — это торговцы. Я вот знаю одного. Так он специально пораньше встает, чтобы подольше ни хрена не делать. Класс! Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Вспомнил вот. Решили как-то ученые провести полевые испытания нового лекарства. Ну и наняли под это дело группу сталкеров. Проходит несколько дней, один сталкер приходит к профессору и говорит: «Слышите, а что вы мне колеса заменили, да?» Тут очочки поправил, ему так осторожно. А почему вы вдруг решили, что препарат был заменен? А сталкер? Так это, я когда раньше таблетки в лужу выкидывал, они тонули. А сейчас вдруг плавать начали. Подбивались тут в стане. Ну, точно звери под свою шкуру. Thank you.
No, not now. Yes? I think I found the lair. Get over here, ASAP. Thank you.
I saw a bloodsucker enter the building. I'm guessing that's their lair, but let's put that theory to the test. Watch the shadows. They could appear from anywhere. Did you hear that? Never mind. I must be hearing things. There's something there. Cover me. Look out! There's another one! Come look at this. It's probably the only way of getting in the basement. Well, jumping down is the only way. Follow me! Your footsie's still intact? Let's check out this basement then. Before didn't have those. The hunter isn't here. Let's go. This is what I do.
I've been picking locks all my life. Please, hold your applause. Now, let's take a look inside. Shh. It's full of sleeping bloodsuckers. Let's try to get by them without making any noise. Phew. We made it. I didn't even disturb their nap time. This looks like an exit. Jump! Didn't find a hunter, but I have an idea where he might be. Let me check it out and I'll contact you. While I do that, let the stalkers know about these blood-sucking assholes. Something needs to be done about them. Electronics inside burned out. Even the power cable sheaths melted.
Hey, bro. I'm listening. Hey, bro. The boss is over there. Go talk to him. Listen up. Salter. Hello. Nice to see you. Howdy ho. So, you got anything new? Hey, bro. Howdy ho. Hey, bro. I'm listening. Hey, bro. Hello. Good hunting. Thank you.
I'm listening.